Обращение к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Уважаемый президент, я обращаюсь к вам и в вашем лице ко всему турецкому народу от имени Ассамблеи народов Кавказа. В эти тяжелейшие для всей Турции дни, когда уже известно об тысячах погибших в землетрясении людей и разрушенных городах, мы сокрушаемся вместе с вами. С первых же минут известия про это страшное бедствие кавказцы, мусульмане России и в Турции, и в Европе переживают и живут в эти дни этой трагедии. У всех один вопрос – как помочь пострадавшим нашим турецким братьям? В первые дни этой катастрофы представители Ассамблеи народов Кавказа в Турции обратились Министерство по чрезвычайным ситуациям с предложением наших услуг в спасательных операциях в пострадавших районах. Уважаемый президент, Турция для нас не является чужой страной. Исторически народы Кавказа и мусульмане России находили приют и защиту в вашей стране. Обе чеченские войны турки оказали братскую помощь чеченцам и здесь нашли убежище тысяча чеченцев и кавказцев. Мы это помним, мы это знаем и мы это ценим. В своих молитвах мы просим Аллаха за погибших и раненых. В Турции, Европе и на Кавказе созданы центры по сбору гуманитарной помощи и средств для пострадавших в Турции. По первому зову правительства Турции мы готовы создать спасательные отряды из своих рядов для помощи в регионах, находящихся в зоне землетрясения. Уважаемый президент, мы выражаем свои глубокие соболезнования по погибшим и желаем скорейшего выздоровления раненым. Рассчитывайте в любое время на нас. Вы не одни в эти тяжелые для вашего народа дни. Пусть Аллах поможет вам обрести покой, а разрушенные города и села мы вместе обязательно восстановим, и Турция станет еще краше. С уважением, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.